На вулицях міста ми часто бачимо рекламу «Допомога алко- та наркозалежним». Що криється за такими об'явами? Чи завжди це і справді допомога? Як відрізнити шахраїв від справжніх реабілітаційних центрів? Поговоримо про це сьогодні із нашими гостями – Юрієм Лавровим, керівником благодійного фонду «Снайпер», та його заступником Володимиром Бондаренком. Здравствуйте. 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 Я проанонсировал, все ли правильно прозвучало? Да, все правильно. Итак, самый главный, наверное, вопрос для каждого телезрителя. Существуют определенные проблемы, то ли у него, то ли у родственников. Есть нарко-алко-зависимые люди. Как не попасть в первую очередь на удочку тех, кого мы называем мошенниками, и прийти к нормальным, порядочным, которые могут помочь? Ну, основная задача, когда уже человек находится в проблеме, основная задача родителей – это обратить внимание на оформление документов, на компетентность специалистов, приехать на первичную консультацию, пообщаться с руководителем стационара, с психологом, по желанию с психотерапевтом, и тогда уже на основании общения, первой консультации, делать уже определенные выводы. Ложить человека на реабилитацию или нежели искать другой стационар, подходящий по уровню, ну, желаемой потребности. Если говорить о вашем фонде, сколько времени он существует, какое количество людей, ну, скажем так, ежемесячно или ежегодно вы пытаетесь вытянуть от той или иной зависимости? Ну, смотрите, наша организация уже работает, наш фонд работает уже на территории города Днепропетровска третий год. У нас есть уже два полных рабочих стационара на правом берегу и на левом берегу. Сейчас 7 марта в поселке Новоалександровка в Братском открывается третий стационар. В районе где-то человек 35-37 сейчас находится в процессе реабилитации. Где-то в районе 15 человек находится в этапе ресоциализации, адаптации в социуме. И уже тех, кто закончили реабилитацию за 3 года, ну, человек, наверное, около 70, это те, кто остались трезвые. Если говорить о финансировании, любой благотворительный фонд существует на те или иные деньги. Кто вас финансирует? И если говорить о родственниках, тех, кто хочет помочь своим близким, сколько это стоит? И стоит ли денег нахождение в ваших реабцентрах? Смотрите, у нас есть, то есть как благотворительный взнос, человек, который попадает на реабилитацию, то есть у нас есть стоимость приблизительно, это 6-7 тысяч. То есть это входит сюда аренда, входит сюда проживание, входит сюда трехразовое питание, входит сюда работа специалистов, консультантов по химической зависимости, психологи, адаптологи, реабилитологи и психотерапевты. То есть это как взнос. Он единоразовый или это ежемесячно? Нет, ежемесячно. То есть у нас курс реабилитации от месяца до полугода. Это закрытого стационара, а потом мы ребят выводим на второй этап ресоциализации. То есть мы их плавно адаптируем в социуме и вводим их в трезвую среду. То есть основная задача нашей организации – человека взять с употребления, реабилитировать и асоциализировать. Дать ему возможность вернуться на заводы, вернуться в фирмы, вернуться просто в обычную трезвую жизнь, ну, как приобрести семью, рожать детей и строить свое будущее. Если говорить о потенциальных людях, которые могут показаться у вас в реп-центре, то есть каким образом вы смотрите, изучаете ситуацию? Были ли такие случаи, когда вы говорите, нет, к сожалению, здесь мы помочь не можем, наши двери хоть и открыты, но здесь не тот случай? Да, есть такие случаи, когда приезжают с родителями, и мы явно видим, что здесь просто отклонение и работа психиатров. То есть мы сразу таких людей перенаправляем в сторону Игрения, то есть в направлении больничных стационаров. Или очень тяжелое состояние абстиненции. То есть когда человек находится в очень сильной ломке, мы, к сожалению, таким помочь не можем. Мы можем помочь психосоциально адаптировать его уже в трезвую среду. Есть ли среди ваших сотрудников сотрудники правоохранительных органов в прошлом, которые, ну, собственно говоря, часто и густо сталкиваются с таким спецконтингентом, скажем так? Сотрудники или сотрудничают? И сотрудники среди вашего благотворительного фонда, и, возможно, вы так или иначе сотрудничаете с правоохранительными органами, потому что, ну, это учетная база, скажем так.
Ні, ми сотрудничаємо, повністю сотрудничаємо з правоохоронними органами, зі службою пробації, з обноном, з участковими, зі слідствами, тобто з тими, хто непосредственно знаходиться вот в цій проблемі, серед тих людей, які сталкиваются в той или иной мере с употреблением алкоголя, наркотиков. Поэтому мы очень часто сталкиваемся, пересекаемся с этими правоохранительными органами. И они открыто идут на контакт, и, то есть точно равноправно, как и мы. Давайте послушаем вашего зама, потому что он только выполняет функцию молчуна или охранника, присутствуя здесь в студии. Ну, насколько сложно работать с такими людьми, то есть и... Ну, скажем так, насколько они благодарны после того, как входят в состояние ремиссии? Вы знаете, хочу поблагодарить вас, что пригласили на эфир и сказать, что на самом деле это очень большая проблема. Наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания, все виды зависимости. Сейчас в Украине действительно эпидемия химической зависимости, и приходится работать с людьми, которые... Ну, как сказать, они действительно выпали из жизни. И вы знаете, что самое интересное, дело заключается в том, что это проблема семейная. Это не только проблема того человека, который употребляет. Вы спросили про благодарность. Мы не сильно ждем благодарности, но люди, которые действительно находятся в состоянии стойкой ремиссии уже там 2, 3, 5 лет, они действительно благодарны и нашим центрам, и Юрию Владимировичу, и мне, и таким организациям, которые занимаются реабилитацией алко-наркозависимой молодежи. Но еще просто хочется сказать, что наш фонд и общественная организация «Снайпер», она также занимается помощью созависимым. То есть это люди, родственники которых попали в проблему химической зависимости. И хочется напомнить, что с прошлого века, там, с 50-х, 60-х годов, наркомания признана и алкоголизм семейным заболеванием. И существуют группы для созависимых, существуют семинары для родственников, существуют акции, направленные на разъяснительную работу. Также мы еще занимаемся профилактикой в школах и еще, ну вот, например, недавно мы договорились с городским центром здоровья, с Павлом Михайловичем Мамаем, в том, что будет еще профилактика в тех, у нас 41 техникум есть в Днепропетровске, будет профилактика вредных явлений в техникумах, направленных на формирование здорового образа жизни. Еще вот работать сложно, работать интересно, но на самом деле это нужное дело, потому что когда ты видишь человека, который уже отказался жить, на котором поставили все крест, и через какое-то время ты присутствуешь, например, на его свадьбе, потом на крестинах его ребенка, вы знаете, вы, ну, переживаешь такие чувства, которые действительно внутри дают вот этот стимул заниматься. Хотя сильной прям уж такой благодарности, как вы сказали, я не очень вижу. Но просто если мы будем комплексно подходить к решению этого вопроса, то есть мы будем заниматься, например, уже и реабилитацией наркоалкозависимым, будем заниматься родителями, будем заниматься родственниками, дети которых попали. И если мы еще немножечко займемся, допустим, педагогами, которые бы... Вот, например, у нас в центре разработано определенное методическое пособие, которое помогает педагогам в школах и в техникумах распознавать симптомы употребления психоактивных веществ. Интересная такая брошюрка, которая говорит о том, что то он воду постоянно пьет, то у него что-то как-то чешется, то у него глаза красные, но вот аллергия, пухут у него в феврале постоянно идет, понимаете, и вот как так получилось? Ну, это интересная тема, я вам могу сказать, что... тема для будущих встреч. Но если сегодняшнюю нашу встречу как-то подвести итоги, то тех, кого заинтересовало, куда идти, куда стучаться, где вас найти? Ну, можно я отвечу, да? У нас есть сайт нашей общественной организации www.sniper.org.ua. У нас есть страничка в Фейсбуке. То есть мы лично готовы, открыты, готовы оставить свои телефоны, готовы сказать, где наш офис, готовы сказать, где наши стационары. И мы, тех, у кого действительно есть проблема, мы открыты для общения, для консультации.
і для допомоги тих, хто оказався вже в проблемі. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був керівник благодійного фонду Юрій Лавров, благодійний фонд «Снайпер» та його заступник Володимир Бондаренко.